Всем добрый день. Продолжаем модернизировать ноутбук Toshiba Satellite A200-23U. Ну и следующая у нас модернизация после того, как мы установили память. Это мы сейчас поменяем жесткий диск на твердотельный диск. Ну и установим систему. Систему будем устанавливать обычно по нулю. Имеется в виду то, что будем устанавливать с носителя либо с USB флешки, либо с CD накопителя. Ну и CD по установке Windows. То есть устанавливать будем 7-ю версию. Ну либо 10-ю лицензионную версию. Так, жесткий диск будем устанавливать. Твердотельный накопитель данной фирмы, той же самой Toshiba. Так, 3D TLC чипами. Так, ну и давайте приступаем. Так, переворачиваем ноутбук другой стороной, где находится отсеки жестким диском. Так, ну опять первым делом достаем и убираем все источники питания, в том числе и аккумуляторную батарею или аккумулятор. Так, ну и вот здесь у нас есть два отсека. Вот первый отсек, в котором стоит сейчас жесткий диск. Так, ну и второй отсек предусмотрен под жесткий диск, но там не распаяны соответствующий разъем для установки этого жесткого диска. Сейчас я продемонстрирую. Так, вот смотрим, есть контакты на соответствующую разъем сериала ТА, но непосредственно самого разъема здесь нет. Было бы хорошо, тогда бы могли бы установить этот диск или какой-то другой сюда, а сюда поставить твердотельный накопитель. Но ввиду того, что сюда нельзя поставить второй жесткий диск, то избавимся от CD привода. Так, ну давайте закроем этот отсек открытый. Так, ну и доберемся тогда уже, собственно, до того отсека, в котором сейчас и находится жесткий диск системы Windows Vista, которая, увы, в октябре 2017 года перестала обновляться. Так, вот здесь у нас стоит жесткий диск. Его достаем. Так, жесткий диск здесь стоял Hitachi. Так, основные характеристики приведены. Так, ну и давайте посмотрим, что говорит программное обеспечение про данный диск.
Так, здесь у нас установлен диск фирмы Hitachi. Как видим, сериал от первой версии. Стоит наработка часов, ну и состояние хорошее. Начиная с 2008 года использования. Так, другие диски не будем рассматривать, это просто подключение к внешних жестких дисков к данному компьютеру. То есть основной диск, вот он. Так, вот мы проверили диск C на чтение запись. То есть, ну и получили следующие результаты. То есть того диска, который стоит непосредственно сейчас внутри. Так, вот мы посмотрели техническое состояние данного диска. Так, ну и теперь нам нужно что сделать? Отвинтить 4 винта крепежных, которые закрепляют этот диск для установки нового. Достаточно хорошо все прикручено, плотно. Так. Откручиваем до конца. Винта. Достаем диск. Так, ну и меняем его на твердый тиль. Так, распаковка данного твердотельного накопителя есть на канале, можете посмотреть. Так, ну единственное, что осталось сделать. Поставить на место. Открученные винты.
Так, ну и возвращаем на место. Жесткий диск. Так, возвращаем на место крышку. Так, ну и последним делом, что мы делаем, устанавливаем на место наш аккумулятор. Так, ну и сейчас установим систему на чистый жесткий диск и... Итак, давайте посмотрим результаты диска SSD Toshiba TR-200 на чтение и запись. Сразу же хочу оговориться, здесь сериал ATA второй версии, то есть на третьей версии, на которой рассчитан данный SSD, то есть показания будут в два раза больше. Кстати, есть в сети тестирование, то есть соответствует тем характеристикам, которые озвучил производитель, там 550 и на 540 мегабит в секунду, мегабайт. То есть, ну и нам важны вот эти вот значения, то есть самые маленькие по размеру файлы. Продолжим модернизировать это установкой OptiBay, ну и заменой DVD привода на второй жесткий диск, раз ввиду того, что здесь есть разъем, но нету распаянного этого разъема, то есть не впаянного. Так, всем спасибо за внимание, кому было полезно. Удачных модернизаций и покупок. До свидания, до следующего видео. Модернизация данного ноутбука Toshiba Satellite A223U. До скорых встреч. Спасибо за внимание. До свидания.